Главная встреча накануне выпускного вечера, за полчаса до главного эфира. Мы посетили Дворец независимости. Это ты в мой кабинет залез, говорят. А в 21.00 в студии те, кто в этот день может лечь позже, а с нового учебного года мечтает спать дольше. Во главу угла, когда я ставлю такой вопрос, я ставлю ребенка. Неформально о серьезном, детский взгляд на взрослую жизнь. И объективный взгляд на белорусский хоккей. Пятая часть денег идет на один вид спорта. Отдачи никакой. Разбор пролетов. В чем причина болезненных промахов и как их лечить? Спросим у Dream Team, что досель грозило шведам. Чтобы появился результат, первое – это нужно желание. За кем будущее нашего спорта номер один? Количество легионеров будет сокращаться. Первое интервью Семена Шапира в качестве главы Федерации хоккея главному эфиру. Погони за сервисом. На что готовы службы такси ради клиента? Мы стремимся к тому, чтобы машина подавалась быстрее, чем вы можете завязать шнурки. Давайте без рук. Беларусь на пороге транспортной революции. Возможно, наша страна может оказаться одной из первых стран, в которой беспилотные автомобили будут запущены. Внимание, мотор. Проедем по инновациям в главном эфире.